Зима видалася сніжною, а відтак і роботи комунальним та дорожнім службам хоч відбавляй. І якщо тротуари та прибудинкові території більш-менш розчищені, основні дороги також прибрані, то з міжквартальними проїздами ситуація дещо гірша. Найбільше нарікань на роботу дорожніх служб у мешканців Прибалтійських та Білгородського кварталів. За коментарями щодо даної ситуації ми звернулися до директора комунального підприємства ДЕУ. Наскільки ви самі оцінюєте качество работы вашей службы? Качество работы нашей службы оценим на твердую четверку. Городские у нас дороги убираются и межквартальные проезды убираются очень хорошо, своевременно и качественно. Единственный момент, у нас есть немножко недоработка по внутриквартальным проездам всем. Почему? У нас нехватка техники, это первое. У нас на внутриквартальных может работать только одна единица техники, это наш УНИМОК. Но он тоже задействован на уборке дорог, поэтому мы технически и физически не успеваем убирать внутриквартальные проезды все. Вот, поэтому там немножечко, мы сначала убираем дорожные все проезды, затем убираем внутриквартальные. Но очень много машин стоит, заехать невозможно. Это касается и Белгородского квартала, и нашего Невского квартала. Вот. И прибалтийских кварталов. Очень много техники домашней стоит у подъездов на всех этих дорогах. Заехать у нас просто туда невозможно, не хватает техники. Те трактора, которые у нас есть МТЗ, они все задействованы на уборке тротуаров городских в первую очередь, а потом тоже заходим внутриквартальные проезды. Но я думаю, в ближайшее время изменится немножечко погода. Мы все внутриквартальные проезды тоже засыпали песко-соляной смесью. Вот хорошо. И сейчас немножко повысится температура. Я думаю, немножко подтает, и мы уберем это нашими МТЗ и УНИМОГом. Так что надеемся, все будет хорошо. На планерке в прошлый вторник было дано задание до 15 числа этого месяца все-таки устранить эту проблему. Завтра 15 число. Конечно. Естественно, мы всегда успеваем. Все поставлены задачи, мы выполняем вовремя. У нас сегодня день есть, мы закончим и Прибалтийский, и Невский, и Белгородский квартал. Сейчас тоже на внутриквартальных проездах всех работает техника в полном объеме. 7 единиц техники у нас работает сейчас на дорогах. Что касается, вот, например, в Белгородском, сама проходила, видела, что там просто много льда. Может быть, из-за этого тоже сложность есть. Как, на ваш взгляд, может стоит сотрудничать с фирмами, которые обслуживают эти квартала? Может, дворников подключать, как-то раздалбывать этот лед? Ну, мысль хорошая, конечно, но я думаю, они будут категорически против. Вот. Есть еще такой момент нехороший. Все дворники, которые убирают тротуары внутри кварталов, они сбрасывают снег на проезжую часть. То есть мы прошли, убрали, они набросали, машины снова опять это все закатали. Немножко температура повысилась, мы немножко посыпали песко-соляной смесью, и потом это превращается в лед. Но еще раз говорю, у нас нехватка техники, что мы сразу весь город не можем охватить внутри кварталов. Дорожные проезды мы все охватываем, а внутриквартальные, да, у нас есть такая проблемка. Со стороны жителей какая-то помощь нужна вам? Конечно, нет. Ну, например, машины вы говорили, может... Это бесполезный разговор, это никого, с каждым что не будешь работать, все равно, если люди не понимают этого, ну, значит, не понимают. За прогнозами синоптиків, в найближчі дні в Україні очікуються сильні снігопади. Отож, не час розслаблятися, а навпаки докладати максимум зусиль у боротьбі із негодою. Задля комфорту, славу тичан!